воскресенье в Самарской области ожидается ясная, комфортная погода. Местами пройдут кратковременные дожди, возможно, гроза. Потеплеет. Температура воздуха днем плюс 27, плюс 31 градуса, ночью 18-20 выше 0. В Сызрани ясно, к вечеру может пойти небольшой дождь, возможно, гроза. Днем плюс 27, ночью плюс 18 градусов. В Тольятти ясное небо, вечером, возможно, гроза. Температура воздуха днем плюс 27, ночью 20 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду. В Самаре ясно, возможен небольшой дождь. Днем плюс 27 градусов, ночью плюс 19. Ветер западный 4 метра в секунду. Атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 49%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.